Так, сегодня суббота, девочки. Я сегодня сама прогулялась пешочком до магазина. Александр Иванович уехал в баньку со своим двоюродным братом. А я сходила в атмосферу. Завтра буду печь хлеб, а у меня кончились семена. Ну, за семенами сходила, называется. Так, семена амаранта купила. И здесь... Смесь семян здесь тыквенные, кунжутные, потом подсолнечник и лен. Семена в хлеб кладу. Я их сейчас вот смешаю и в баночку. Так, купила. Сыр голландский. 513 рублей килограмм. Вот здесь вот на 150 рублей. Купила колбаску хуторок сырокопченую. Купеческую. Посмотрела здесь и свинина, и фарш куриный, и говядина. Но говядина аж на 6-м месте. Авокадо одно купила. Почти 100 рублей. Авокадо 504 рубля стоит килограмм. Купила руколу. Смотрю, более-менее свеженькая такая. Батончик взяла. Все-таки теперь икра красная в доме есть. Будем кушать. И сегодня я хлеб печь не буду, так как семена кончились. Я с утра сегодня ничего не стала делать. Завтра буду хлеб замешивать. И покажу опять весь цикл. Как я опять это делаю. На чем я остановилась. И попросили меня. Покажу. Купила тонкий лавашек. Очень понравились завтраки с сыром, с яйцом. И вот такое вот молоко. Пармалат 3,5. Это я для кофемашины беру, взбиваю себе пеночку в кофе. Вот такие вот были покупки. Сейчас я вам скажу, сколько стоят семена. За колбаску за эту я отдала 70 рублей всего. Какая-то акция была. Семена стоят 119 рублей деревенская. Вот это вот. И амаран стоит 99 рублей. В общем, 200 рублей вот за это совсем. Так, ну все. Так, рукава не сказала вам. За молоко отдала 82 рубля. Так, тут еще и по двум чекам дают. Авокадо сказала. Рукава 160 рублей. За хлеб отдала 30 рублей. За батон отдала 33 рубля. У нас по двум чекам пробивают в одном магазине. Вот такие покупочки. Без машины сегодня прогулялась. Вот так в баночке соединила амарант и семена остальные. И добавляю 2 столовые ложки. Ну, в общем, по столовой ложке на буханочку. Это вовнутрь. А сверху просто кунжутом и тыквенными семенами посыпаю. Сейчас все обработала спиртом. Все продукты вытерла тряпочкой со спиртом. Все убрала в холодильник. Все, боюсь. Вчера у нас мужчина молодой умер. Большой пост занимал у нас в городе. В общем, у кого сахарный диабет, я так поняла, что люди тяжело переносят этот коронавирус. Говорят, что он от высокого сахара впал в кому и не справился. Жалко. Царствие небесное. Может быть, кто знает, вот кто жили у нас в городе Отрадном, Гончаренко Андрей. Такой шикарный букет мне дочечка принесла с Днем Матери. Не видно. Сейчас поставлю на пол, так будет виднее. Мои любимые розочки. Спасибо, дети, большое. Очень-очень приятно. Красота такая. Хочу вам показать, какие ниточки купила сегодня. В хозяюшке купила. Вот это такие нитки пион. 50 рублей стоит моточек. Здесь 3 сложения, 50 грамм, 200 метров.
Такие вот цвета. И Енард джинс. Купила два мотка. 80 рублей стоит. Это для тела куклы. Вот такие вот у меня покупочки были. Сейчас я вам смонтирую фильм. На этом, наверное, сегодня все. Всем пока-пока.